Да как, отлично все. Жду. Бой всегда покажет. Нельзя же говорить. Думаю, на 10 готов, посмотрим, как будет. Тем более подготовка не закончена. Вес же еще. Это тоже вес восстановления, это тоже своего рода. Поэтому, наверное, 10 я погорячился. Дадим, наверное, 6-7. Все прошло хорошо по плану. Саша в хорошей форме. Очень радует меня его форма. Очень много работы было проделано. И, ну, я могу так сказать, что он в одной из своих самых лучших форм. И я думаю, что все это увидят в бою.